Утечки нефти в ручей в Книжпогодском районе удалось избежать благодаря бобрам. Питьевой источник спасла старая плотина. Детальное обследование территории провели после визита на место аварии Владимира Уйба. Когда мы проводили обследование территории, именно в день нефтеразлива 15 октября, уже с фонарями выявили то, что есть бобровая плотина, она уже заброшенная, как оказалось. Но, тем не менее, она предотвратила, и мы решили, что это будет такой вот особенностью именно дальше данной работы. Тот, кто помогает Министерству природных ресурсов, он в плане, как вот вы это сделали, бобры в данном случае, будут участвовать в премии. Премия «Зеленый бобер». Сейчас Минприроды разрабатывает положение. Компания «Транснефть-Север» согласилась стать спонсором. К слову, на месте аварии работает 138 единиц техники и 289 специалистов. Поврежденную трубу уже заменили. До конца октября аварию ликвидируют. Ее причины установит специальная комиссия.